Он не настоящий, то он не настоящий. Что за херня? Я тебе говорю, очень такие спорные моменты бывают. Да нет, ты сначала бьешься, а если дальше биться в него, ты начинаешь проходить сквозь. Я вижу это полностью скайбокс. Не, блять, он такой низкий полигональный. Пусти падла, блять. Пусти мне лампа ничего. С этим он левью прям постарались. Мы там не старались раз. Тут будет сделано пройти. Ты уже вниз падаешь, что ли? Нет. Чё-то я вообще на карте не вижу. Ты вроде как рядом, а вообще не вижу. А, черт, зависит, просто я здесь. А, вон, я здесь. Пошел смотреть на сухую секунду, что зависит. А это все фейк, ну, блядь, все, что на верху, блядь, все будет там. Да, к сожалению. Я так... Полагаю. А, боженька, я же сплавляю. Понятно, блядь. Я плавляю, очень плавляю. Сначала залез на верхнюю часть этой херни синенькой и прыгнул в сторону, ну вот сюда, в эту сторону просто. И он зацепился. Вот это синенькой херни, вот эта дуга или как позвоночник такой. И в эту сторону. А дом, крыша дома настоящая. Более чем даже. Как он близко проехал. Еще хочу. Ну-ка, тут что у нас на стороне? Я нахожусь прямо под дверью, под уровнем, где нам нужно вот эту вот дверь покрывать. Ну тут пиздец далеко, конечно. Это прям да. Ну был выбор, пошел. Либо упасть, либо пройти туда. Зачем они там блок поставили у этих трамвайных путей? Зачем? Объясни мне. Где? Где? Суки. Таким просто квадратным блоком большим поставили блок. Мамбы. Ну уже так, уже все, уже порвали вас тут. Зачем мне надо было? Ты все еще не падаешь? Нет.
Ты уже все? Кетч? Нет, нет. Ну, это мы тоже, в принципе, есть возможность сделать, ты уже фигера. Блять, я вернулся на уровень, включил. Пиздец. Ух, карта все равно повисла. Нужна помощь тебе? А где ты, блядь? Помощь. Я тебя вообще не вижу, даже понятия не имею, где ты находишься. Я дверь пытался открыть. О, карта вернулась назад. Я падаю, ты не так там. Чё? Ты что здесь сказался? Помогите мне, пожалуйста. Ну я помогаю. Да. А что не помогается? Что за пиздец? Ну ебаный стыд. Мужчина, отойдите от меня, мне тесно. Я клаустрофобия. Грязные смотрят на меня. Проклятый мужлан. Думаю, на за жизнь дополнительных несчастных кетч устроим. По домам. Блять. С двух сторон двери подошли к одной. Это я понимаю. Сейчас, блядь. Ох, блядь. Да я понял, понял. Игра прям, ну, вообще не рассчитывала на то, что мы с двух сторон подойдем. Девчат, Брудер 3 сильно пострадал, но я периодически вижу его всех. Были... Опять что ли падаешь? Нет. Я попробую соседнее здание перебраться. А не знаешь, планета его. Каскадерство, каскадерство, планета, у нас больше позволяет. Здесь. Пойдем здесь, блядь. Это запись. Сука, блядь, автобус. Сортировали. Когда мы досветили, блядь. Я отсюда. Ты там есть планетивы? Ну, я пока по крышам хожу по зданию. Видишь? Конечно. Молодец. Ты же топу платил за это. Ух ты. Чё, блядь, мне не даёшь, нахуй, на то здание. С этого спесюна, прикинь, блок стоит. Ох, ебать, смотри, там какие-то вышки нереальные, блядь, в той стороне. Так она за пределами. Она уже там, нет, где падаешь. Прыгнуть туда просто, он тебя заблочит, скажет, не, смотри, видишь? Если ты то есть на то здание хер запрыгнешь, ну, оно противоположное. Не знаю, как... Не знаю, как отсюда, ну-ка. Ты прикинь. Аккуратно, аккуратно упадёшь, блядь. Здесь, походу, не упадёшь.
А с этого пишу надо. Ну, окей, забыл. Вот, да, там высоты не хватает. А, вот с этой запрыгнет. Ты сначала попробуй. Чтобы я зря не прыгнул. Не, все, все нормально. Все эти, которые есть, они все нормальные. На всех можно цепляться. Здание, так. Вот, должны были быть здания. Когда-то они вот в уровне убирали все лишнее. Поняли? Да. О, записи. Ох, квадрат везде. Блин, а вот это мы прям едем. Если это выкладывать в YouTube, то надо вырезать тот кусок, по которому показано, где, как мы разбираемся. Mm-hmm. Чтобы типа, это было только для избранных. Я выкладывал бы, чтобы они не могли, не понимали, как нужно быть. Им придется все то же самое делать. Они охуеют, то есть субсидии, блин, почти по 8 часов, блядь, просто жилище, так сказать. Ну, куку поеду, блядь. Ну, тестеры, блядь. Ну, а я обошел, что ли, все? Да, обошел. А как? Предлагаешь. Ну, да, кстати. Сможем дойти до этой штучки, блядь. Да я уже, да, дошел. До поезда. Да. Я ты здесь напишу приду. Конечно. С него уже на дом. О. Максимально разгон бери, блядь, может не хватить. О, хорошо. Ну вот и. Что сделали, кроме вертолета, блядь? Что сделали просто, блядь, это. Вот, собственно говоря, и. Ну смотри, на нем блок стоит. Я так думаю, квадратный большой блок. То есть больше, чем по контурам, чем сам этот объект. Да бипух не уже довольно нахуй. А, ну это само собой. Для безопасности можно что-нибудь придумать, конечно. Чтоб совсем не погибнуть нахуй. Реально, нельзя брать или выкладывать YouTube или конечно. Это вот завалит, что это близко. Та-дам. Да. Судя по связи, инфа просто. Где? Да рядом я с тобой. О, пошел. Опа, чё? Не пустил, блядь, не пустил меня нахуй. Такой же блок и там, блядь, стоял. Здесь пещера-то уже нет, ну ты. Тут на те здания. Только один, да. Ты будешь подходить к углу? Подожди. Это что такое? Смотри, вот здесь. Где мы входим на уровень. Кстати, там делать больше нечего, но смотри с него. Вот с этого места. Можно уже на тот здание. На следующее. Ну да. Спешно хочу еще попробовать. Так, здесь будет уровень не попасть, это уже. О, он еще шатается вагон. Где? Ну, не настоящий. Так, ладно. Блин, это вообще никуда не пускает. Двигается. Посмотри, тут, на эту суку.
чё он зашевелился? Дирижабль. В чём прикол? Я двигался. Ну, он двигался, двигался. Да? Он оттуда шел, так что ли? Ну да, да. Я думал, он статичный. Ну ты что, как это? Чисто по приколу. Даже в Фартрае можно было птицу летающую забить. Тут просто углу стоит. Чисто по приколу у нас бомба, блядь, скидывает дирижабль. Типа чего сюда залезли? Кажется, ты даже разработчик скидываешь, наверное. Здесь просто угол, понимаешь, здесь все, ты никуда не поедешь. Угол, который ты сдерживаешь. Я хуй знаю, здесь он вообще пустит нас сюда вниз. Ну, похоже на то, что пустит. Похоже на то. Только вот эти боковые не настоящие. Какие? Ну вот эти вот. Окей. Я сначала не мог получить, я пошел. Смотри, аккуратно там. Не, знание, ты что, херешь? Пускай. Чё, мне так ощущение, что здесь тяжкий какой-то шаг, прям тяжелый. Где батя их не упал? Куда? Вниз? Ну, если прыгнуть, как ты делаешь? Может. Чуть совсем не хватило состояния, придется. Я еще второй прыжок надо делать такой уверенно внутри состояния. Я падаю, короче, давай там чуть разбирайся, тогда как я это. Я учу сам медленно. Че, ты запрыгнул на здание? Нет. Видел колючку вот здесь вот, на одной стороне. Ну, где мы сейчас только что были. На синенькой, на этой платформе. С ненастоящими боковушками. Не обратил внимания. Колючка. Колючая проволока. Она жизни не отнимает. Да есть такие, я же тебе говорил, там даже на уровне такие есть, которые отнимают жизнь. Да, есть. На здание не запрыгнешь все равно даже с нее. Просто блок стоит прям прямой. Замечу.